На данный момент, как мы видим, у нас в системе циркулирует абсолютно свежее, чистое масло. Далее. А масло у нас вот здесь вытекает, закручиваем, люди думают, что уже уровень выставлен. И поэтому у нас будет сильный недолив, да? Вот он. А если мы уровень выставляем вот в таком режиме, видите, она везде закрыта. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Рамиль, я руководитель автосервиса Matfield Drive, ну или BB-Auto, как многие нас знают. Наш автосервис специализируется на полной замене масла в автоматических трансмиссиях. Машина у нас сегодня Mercedes GLE 350, год 2017, пробег 72 тысячи, коробка у нас 9-ступенчатая 725 9G Tronic. Итак, по счету данная машина у нас будет 380-я, выложенных машин имеется в виду на драйве, ну или в ютубе. Так, ну что ж, а мы начинаем. Что мы делаем? После того, как мы подключились к контурам охлаждения, далее добавляем промывочную присадку. Кстати, информации по этим коробкам в просторах интернета очень мало. Начнем с того, что мало кто тут, так как коробки еще новые, очень мало информации по частичной замене. А по полной замене информации нет вообще. И поэтому мы сегодня с вами подробно поговорим о полной замене на таких коробках, как 9G Tronic. Поговорим объемы, допуски, фильтр, поддон. Ну, в общем, информации будет много. Итак, после того, как добавили присадку. Да, на данный момент масло ВКП, температура масла ВКП у нас составляет почти 50 градусов. И это нам дает возможность начать общую процедуру промывки и полной замены масла ВКПП. Так, добавляем промывочную присадку в систему. Также у нас параллельно идет полная замена масла ВКП на Volkswagen Touareg, коробка TR80Z, он же 07.8. Но так как у нас очень-очень много информации по этим коробкам и видеообзоров, да, поэтому мы, в принципе, сегодня у нас работа будет, ну, снимать будем здесь. Вот, там по той машине, в принципе, особо ничего нового не скажем. Потому что, еще раз повторюсь, информации очень много. Будто это будет на драйве или в ютубе. В ютубе отдельный большой видеоролик есть по этим машинам, где мы меняли масло в коробке, меняли масло в дифференциалах, в раздаточные коробки. В общем, информации много. Я думаю, если вам интересно будет, вы нас найдете. Либо на нашем YouTube-канале, либо можете просто написать блог Matfield Drive. И вы попадете к нам на страницу на драйве. Далее, после того, как мы добавили промывочную присадку, мы включаем режим промывки на 15 минут. Заводим двигатель. Нажимаем на тормоз. Далее переключаем все передачи с интервалом 10-15 секунд. Реверс, нейтралка, драйв. Далее нейтралка. Далее реверс. И так туда и обратно. С интервалом 10-15 секунд. Начинаем. Да, и фары выключите, пожалуйста. Итак, промывку мы завершили. Далее, прежде чем приступить к дальнейшей нашей работе, чтобы снять поддон, нам нужно откачать необходимое количество масла из поддона АКПП. Вот у нас масло пошло. Масло сливается в емкость, в резервуар для старого масла. Так как у нас здесь у нас резервуар для нового масла, тут резервуар для старого масла. Масло сливается. Вот как мы видим, у нас тут есть весы, которые нам показывают количество откачанного масла, которое сливается в резервуар. Итак, если взять Mercedes E-класс 213, там, чтобы снять поддон, там все снимается легко, там все делается легко. Но если взять вот данную машину, да, GLE
и 350-й, чтобы снять поддон, как мы видим, нам вот мешает вот такая опора. Ну, или защита, или... Или как ее правильно назвать? Ну, ну, или траверс, да, как. Ну, вот это нам мешает. Как бы дело в том, что если собираетесь это сделать самостоятельно, если даже частичную замену, ну, в принципе, по большому счету, даже частичную замену делать на 9-ступенчатых, на самом деле, есть некие такие сложности. Без специального обучения, без опыта, даже частичную замену масла в АКП просто взять, да, и в гараже самому сделать, я бы вам не рекомендовал, потому что тут на самом деле есть очень, очень мелкие детали, есть нюансы. Продолжаем. Ну что ж, дорогие друзья, поддон мы сняли. Масло для такого пробега, можно сказать, что в хорошем состоянии. Смело могу предположить, что на ней не отжигали. Как мы видим, у нас магниты практически они чистые. Но так как наша промывочная присадка, которую добавили, мы добавили до того, как снять поддон, мы промывали коробку. Так как наша присадка работает активно, поэтому насколько она была грязная, сейчас сложно сказать. Но, тем не менее, масло, скажем, в хорошем состоянии. Что мы здесь видим? Мы здесь видим вот наши фильтра. Далее видим направляющую втулку или направляющую, ну, направляющая втулка. Далее мы видим, это клапан или... Втулка все-таки, ну, не суть. Далее у нас тут еще находится для трубка, для контрольная трубка, направляющая трубка, контрольная трубка. Да, вот так будет, наверное, правильнее. Вот. Далее, далее что мы делаем? Как многие наверняка знают, что Mercedes, коробка от Mercedes, да, это единственные коробки, где помимо того, что масло можно слить, открутив сливной болт, у нас еще масло можно слить с гидротрансформатора. Правда, это не на всех коробках. Если взять то же самое 7G-Tronic или 7G-Tronic Plus, 9G-Tronic, есть некоторые машины, где с контрольного сливается. Это мы как делаем? Мы крутим коленчатый вал, попадаем на... Тут у нас есть окошко, подойди, пожалуйста, поближе. То бишь мы крутим коленчатый вал, вот, у нас тут заглушка стоит, снимаем заглушку, далее крутим коленчатый вал и попадаем вот сюда, да, как вот мы видим. Мы сейчас ее открутим и еще мы масло сольем с гидротрансформатора. Далее, точно, еще очень часто нам говорят о том, что зачем нам делать полную замену, зачем подключать аппарат, если можно слить масло с гидротрансформатора. Объясняю. Во-первых, вы никогда своими силами без подключения аппарата промывку не сделаете. Это раз. Далее. Далее мы не забываем, что мы таким способом, да, то бишь без аппарата, мы можем масло слить только с коробки передач, с гидротрансформатора, и то в некоторых случаях с гидротрансформатора масло не сольем, так как нет сливного болта. Вот. Так у нас масло при таком методе, масло остается у нас в радиаторе, масло остается у нас в трубках охлаждения, масло у нас остается в масляных каналах гидроблока, да, и вообще в целом на самом гидроблоке масло остается, причем, ну, небольшое количество, но остается. Но при подключении аппарата мы делаем промывку, мы промываем радиатор, мы промываем трубки охлаждения потоком чистого масла, мы промываем гидроблок тоже потоком чистого масла. Далее при замене масла мы еще дополнительно промываем сам гидротрансформатор. То бишь то, что мы оттуда сейчас масло сольем, это хорошо, но там все равно грязь остается. Вот. С подключением аппарата мы также промываем гидротрансформатор. Поэтому есть такая небольшая разница между
тем, что то, что вы сами собираетесь сделать, или какой-то автосервис, или же при подключении аппарата. Итак, сейчас будем откручиваем сливной болт с гидротрансформатора и сливаем масло с гидротрансформатора. Прежде чем слить, скажу еще кое-что, добавлю. Если взять вот на данный автомобиль, у нас вот мы, как я уже ранее показывал, там у нас есть заглушка, мы снимаем, ее видно. Но есть на некоторых машинах, да, допустим, если взять тот же самый 7G Tronic Plus, да, система старт-стоп, там еще дополнительно у нас стоит масляный насос. Чтобы добраться до сливного болта гидротрансформатора, нам придется снять дополнительный масляный насос, и тогда у нас получится доступ к этой той самой заглушки. То бишь снимаем масляный насос дополнительный, вот он, ну, такой прямоугольный, снимаем его, далее снимаем заглушку, далее коленвалом крутим, да, находим этот тот самый сливной болт, откручиваем и сливаем. Сливай, пожалуйста, откручивай. Ну что, друзья, масло пока у нас сливается. Я буквально в двух словах покажу вам масляный поддон, наверное. Потому что знаю, что будут вопросы по поводу фильтра. На 9-ступенчатых коробках 9G Tronic Mercedes пошли по стопам ZF. То бишь, если раньше, допустим, наглядно покажу. Если взять то же самое, самые распространенные коробки на Мерседесах, это 7G Tronic и 7G Tronic Plus. Вообще, в целом, про них тоже у нас будет отдельный видеообзор, хотя тоже было очень много постов написано мною, как отличить 7G Tronic от 7G Tronic Plus. Но покажу, как там работает система фильтрации. Скажем, допустим, да, как у нас происходит на коробках 7G Tronic. Вот этот комплект Febi 100-250 это для 7G Tronic и 7G Tronic Plus. Как у нас происходит? Допустим, 7G Tronic, 7G Tronic Plus. Скажем, это наш поддон. Мы снимаем поддон, далее мы получаем доступ к фильтру АКПП. Снимаем фильтр АКПП, снимаем прокладку с поддона. Да. Далее снимаем, вот это здесь у нас находится уплотнительное кольцо фильтра КПП. Мы все это дело меняем, ставим обратно, да. Ставим новый фильтр, новую прокладку, новое уплотнительное кольцо. Собираем обратно, меняем болты, которые в комплекте. Далее контрольную пробку меняем. Ну, мы не меняем, они в комплекте есть, но мы всегда оставляем старые, свои, оригинальные. На то есть причины, но это тоже в следующих обзорах как-то мы об этом поговорим. Вот. Но на 9-ступенчатых 9G Tronic, как я говорил ранее, Mercedes пошли по стопам ZTF. Да? То бишь, как раньше, не получится. Тут, чтобы поменять фильтр, нам придется поменять фильтр, то есть поддон, вот так, как бы, вот это одно целое, скажу. Что у нас происходит? Значит, прокладка, как вы видите, она встроена в поддон, втулки, прокладка, фильтр. Те самые уплотнительные кольца, которые я вам говорил. Но, к огромному сожалению, клиент еще купил такие тоже запчасти. Вот это у нас, как я говорил ранее, это у нас направляющая трубка. Ее менять, конечно же, ни в коем случае не нужно. Ну, от этого плохо не будет, но и лучше не будет. Вот это просто обычный пластик. Мы обычно как делаем? Мы просто снимаем отсюда, ставим сюда. То же самое контрольная трубка. Тоже клиент купил. Тоже мы снимаем, ставим сюда, потому что это обычный пластик. Никакого износа нет. Их менять не стоит. Ну, как бы ни к чему. Вот. Далее. Далее клиент также купил у нас
ну, не у нас, а в целом. Клиент еще купил почему-то сливной болт. Вот он, такой сливной болт. Но, видимо, там, где продавали, не объяснили, что сливной болт, вот он. Вот он новый поддон, вот он сливной болт. Он как бы идет так целиком, но взяли сливной болт, тоже продали клиенту. Я не знаю почему, но продали. Я думаю, по тем же самым причинам, что и эти продали. Потому что вот этих раз, два и три. Их покупать смысла нет никакого. Также клиент еще купил у нас болты. Да, болты можно менять, это правильно. А вот эти не стоят. Вот. В принципе, по поддону тоже сказал. Итак, далее мы потоком чистого масла промоем радиатор, гидроблок, трубки охлаждения. Далее будем уже ставить новый фильтр поддон. Так, по поводу вот этой контрольной трубки хотел бы еще минуту уделить и все-таки более подробно еще один момент объяснить, почему я это делаю. Потому что очень часто бывает, что люди, которые где-то в сторонном сервисе делают, скажем, частичную замену масла в АКП, через какое-то время звонят, спрашивают там, вот мы делали частичную замену, у нас начались там пинки, какие-то проблемы, машины приезжают. Практически 99% случая то ли недолив, то ли перелив. Почему это происходит, еще раз объясню. То бишь, если мы этот момент не соблюдаем, то бишь, если не понимаем, да, вот, грубо говоря, если мы уровень выставляем вот в таком режиме, да, у нас будет сильный недолив. Потому что, смотрите, вот если так будем выставлять, масса у нас должна быть здесь, а масса у нас вот здесь вытекает, закручиваем, люди думают, что уже уровень выставлен. И поэтому у нас будет сильный недолив, да, вот он. А если мы уровень выставляем вот в таком режиме, видите, она везде закрыта, у нас получается, что масса заполняется, и масло будет переливаться отсюда. То бишь, получается, в этом случае у нас будет сильный перелив. То бишь, у нас масса должна находиться здесь, вот в таком положении, но так как мы этот момент не соблюдаем, оно у нас в закрытом режиме, здесь закрыто, масло переливается отсюда. Вот, то бишь, да, масло поступает отсюда, переливается, и мы думаем, что мы выставили уровень. И таким образом у нас получается перелив. То бишь, вот эта позиция у нас перелив, эта позиция у нас недолив. Вот правильная позиция. Вот, насквозь видно, нет? Вот она. Вот уровень. Поэтому вот это положение, про это положение не забудьте, пожалуйста. Уровень надо выставлять вот в этом положении. И после того, как мы выставляем уровень, мы закручиваем, и все. И пробку закручиваем, и все. И уровень у нас выставлен. Соблюдайте, пожалуйста, этот момент. Этот момент, он очень-очень важный момент. Ну, Mercedes любит, на самом деле, заморачиваться такими вещами. Ну, видите, они как бы заморочились. Нет бы, как у всех, как бы слив, залив, контроль. Ну, у них вот как бы такая система. Вот. Да, еще очень важный момент, что в этих коробках просто взять, ну, залива тут нету, просто взять туда, залить масло тоже нету. Как раз. Ну что ж, дорогие друзья, мы после того, все эти элементы установили на место, вот, далее устанавливаем фильтр поддон. Вот у нас, как видите, наверное, не знаю, вот раз, вот два, вот она. Да, еще один очень важный момент, прям очень-очень важный момент. В отличие от ZF-ских коробок, да, ZF-ских поддонов, где болты у нас закручиваются силой на 10 ньютон-метров, здесь есть небольшая, ну не то что небольшая, наверное, большая разница
ZF-овскими поддонами, тут у нас болты закручиваются на 6.6 ньютон-метров. Это очень важный момент. Ни в коем случае на 8 или на 10 нельзя. Поэтому мы устанавливаем 6.6 ньютон-метров. И закручиваем. Также хочу сказать, что данная машина у нас по счету выложенных уже 380-я машина. Заметьте, пожалуйста, только выложенных. Так-то реальный счет, я не знаю, давно уже перевалил за 1000. Я просто к чему. Ни в коем случае полной замены масла в КПП не бойтесь. Ни в коем случае. Не верьте всем этим мифам. То, что там постоянно пишут, ни в коем случае не верьте. Поддон мы закрутили. Далее все собираем в обратном порядке. Закручиваем траверсу на место. Ну что ж, дорогие друзья. Прежде чем запустить полную замену масла в АКПП, мы заполняем картридж коробки передач необходимым количеством масла. Теперь по допуску. Так как мы являемся официальной точкой продаж продукции «Матюль», все наши работы, все, абсолютно все наши работы мы делаем маслами «Матюль», полную замену. Но есть одно исключение. Если взять тот же самый 7G-Tronic, где у нас допуск масла 236-14, у матюля есть такой допуск, мы заливаем матюль. Если взять 7G-Tronic Plus, это 236.15, у матюля тоже есть такой допуск. Но на 9-ступенчатых 9G-Tronic допуск у нас 236.17. К огромному сожалению, у матюля на данный момент нет такого продукта, который мы могли бы залить в эту коробку, то бишь 236.17. Поэтому в эти коробки 236.17 мы заливаем оригинальное масло. Вот, с допуском тоже разобрались. Еще, если у вас 7G-Tronic или 7G-Tronic Плюс, хотите определить, как понять, у вас 7G-Tronic или 7G-Tronic Plus, потому что я знаю, что этот вопрос очень бурно обсуждается в интернете, да, вы можете также набрать хэштег 46 головоломка от Mercedes, и вы попадете на тот самый пост, который я писал, как определить эти коробки, почему масла смешивать нельзя. В общем, очень интересная информация для тех, у кого Mercedes. Ну что ж, заполняем картер коробкой передач необходимым количеством масла. Также можем увидеть, вот это у нас новое масло, а это у нас старое масло. Ну что, дорогие друзья, после того, как мы заполнили картер коробкой передач необходимым количеством масла, далее можем запустить режим полную замену масла. Полную замену масла в АКПП, наверное, нет. Это не тот случай. Обычно мы так говорим, потому что у нас масло еще остается, старое масло остается в гидротрансформаторе. Вот. А так как мы уже масло то с гидротрансформатора уже слили, вот, наверное, будет правильно, если мы скажем, далее промываем гидротрансформатор, заполняем тоже необходимым количеством масла и выставляем уровень. Итак, запускаем двигатель. Далее можем следить вот здесь.
Ну что, дорогие друзья, полную замену масла в АКПП мы завершили. На данный момент, как мы видим, у нас в системе циркулирует абсолютно свежее, чистое масло. Далее, чтобы выставить уровень, необходимая температура у нас интервал должно составлять 35-45 градусов. На данный момент температура масла в АКПП у нас составляет 39 градусов. И, соответственно, мы можем выставить уровень. Итак, сейчас, подожди, пожалуйста. Угу. Откручивай. Угу. Ага, все, закручивай. Все, вот это закрытое положение мы открутили, вы видели, наверное, там пошло чистое масло, но так как у нас еще есть шланги, поэтому, соответственно, закручивай, пожалуйста. Глушите, пожалуйста, машину. После того, как мы отсоединим наши шланги, потому что когда мы шланги отсоединяем, оттуда капает масло, поэтому после того, как отсоединим шланги, мы еще раз проверим уровень. Шланги мы отсоединили. Далее еще раз проверяем уровень. Заводите, пожалуйста, машину. Да, еще раз повторюсь. Вообще, в целом, уровень всегда, абсолютно всегда выставляется только на заведенном двигателе. Пойдем. Угу. Так, вот про что я вам ранее говорил. На данный момент сейчас у нас закрытое положение, да, мы включаем, открываем, скажем, третье положение, откручивай, пожалуйста, кстати, ну да, откручивай, вот это у нас третье положение, вот, мы откручиваем, это то положение, которое я вам показывал, да, где мы выставляем уровень, потому что следующее положение – это слив, чтобы вы понимали, идеальный уровень – это когда у нас пара капли в секунду. Да, мы осознанно изначально на где-то 0,4 литра масла залили больше, чтобы потом у нас, если будет нехватка, далее туда масло залить, на самом деле, ну, даже для нас чуть-чуть сложновато. Поэтому лучше изначально залить чуть больше масла, да, нежели потом, чтобы у вас появились какие-то заморочки. Так, следи внимательно, подожди. Стоп. Ну все, ребята, у нас, в принципе, сейчас, подожди, пробелы уже практически пошли, уже вижу пробелы. Закручивай. Все. Вот это положение, которое я вам показывал, это на данный момент закрытое положение. Мы закрыли. Все. Все, закручивай. Да. Даже если внимательно посмотреть, покажи, пожалуйста. Тут, по-моему, если... Раз, два, три, четыре. Тут даже где-то должно было бы... Да, вот один. Не знаю, видно или нет. Два, три, четыре. Положение есть, но, к огромному сожалению, многие на это не обращают внимания. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, по большому счету, ну, тут как бы особо никаких секретов нет. Я всегда говорю, машин хватит, коробок хватит на всех. Нам не жалко, мы делимся своими секретами, поэтому то, что я вам показывал, это все приходит опытом, это все к этому мы обучаемся, да, где-то к чему-то обучаемся, где-то сами догадываемся, там, ну, не знаю, на самом деле много интересных моментов в нашей работе, но мы с вами охотно делимся, чтобы потом... Опять-таки, все это упирается на вопросы, да, вопросы, которые нам задают постоянно. Поэтому есть вопросы, есть ответы. Отвечаем. На сегодня, наверное, все. Значит, так, если так, буквально в двух словах по ценам. У нас фильтр поддон в оригинале стоит в районе 9000 рублей. Кстати, очень много подделок тоже появилось, да, как на ZF-ских коробках. Поэтому остерегайтесь подделок. Далее масло у нас 236-17. Для полной замены вам потребуется 12 литров масла при полном объеме 9 литров. Почему 12 литров?
плюс 3 литра, как я уже говорил ранее. Мы промыли еще дополнительно гидроблок, промыли гидротрансформатор, промыли радиатор, трубки охлаждения. Итого у нас еще 3 литра идет на промывку. 12 литров масла. Литр такого масла стоит где-то в районе 1200-1300 рублей, если не ошибаюсь. Далее у нас промывочная присадка Matula Automatic Transmission Clean 108-127 тысяч рублей стоит. И плюс наша работа 6 тысяч рублей по полной замене масла 9G Tronic. Ну, если это было бы, скажем, E-класс, там полная замена была бы 4 тысячи рублей, потому что там все намного легче. Но на таких машинах полная замена стоит 6 тысяч рублей. Ну что ж, в принципе, на сегодня, наверное, все. Подписывайтесь на наш канал, вопросы будут, задавайте. Также пишите в комментариях, какую машину вы хотели бы видеть на полной замене масла. Мы обязательно это сделаем. У нас, в принципе, видеообзоров много, да, где мы ответили на такие вопросы, как адаптация. Ну, много вопросов было, которые мы ответили, тоже найдете. На сегодня, наверное, все. Всем всего хорошего, ровных дорог. Сал. Шлангами. Шланги. Шланги мы отсоединили.